Приветики! Вы на канале Влада Бест. И как я вам в одном видео и обещала, что сегодня я вам покажу игру под названием Paikai HD. Как я говорила, что в этой игре нельзя, например, написать то, что ты захочешь. Тут есть только те, которые... Мой тес шеф-повар. Тут есть разные. Но тут нельзя, например, если вы там хотите написать... например, парты. Вот, тут нет такого слова. Мы и тут еще потому что здесь сделаны вот так вот слова. Ну что ж, нужно пока. Привет, рад тебя видеть. Спокойной ночи. Доброе утро. Возвращайся вскоре. Эй! И вся... Тут можно еще вот такого сделать. Дальше вот так вот. Эту игру я, кстати, играю уже очень давно. Ладно, сейчас я вам покажу, какие стикеры. Эти стикеры были на летнее обновление, когда еще было лето. Это башня. Это пальма. Вот эти все стикеры. Мороженка. Это, вы знаете, что это? Это не надо этого сделать. Лучше вот это. Это не, это нельзя. Ладно, давайте я вам сейчас покажу. Видите, эти двое человечков стоит. Это разработчики. Это X-Demer, это Dreadboy. Смотрите, они продают нам вот такие вот танцы. Это, ой, танцы. Движение. Тут можно сидеть. Вот так вот руку поднять. Ну, вот так вот все делать. Дальше хлопок. Дальше это тоже хлопать. Браво. Это, ну, вы знаете, это некоторые... О, есть такой еще главный разработчик, это админ. Я вам сегодня попытаюсь вам его как-то показать, если, конечно, успею. Дальше это... Это если вы кого-то ищете. Это, ну, такой. Танцы, танцы, шманцы. О, какая музычка. Ну, это без музычки. Смотрите, тут еще... А тут можно купить у него сундучок за 10 кристаллов. И тут могут попасться вот такая вот поза сидеть. Либо вот такая вот. Либо вот такая вот модельная. Либо вот такая вот. Например, если вы что-то увидели на... Или, например... Ого, какая у нее прическа крутая. Или одежда, или телефон, или там что-то такое прикольное. И вот такие... Или, например, подписчиков так много, что вообще ни у кого так много нету. Типа вот такие... Ладно, это такая рука супергероя, а это... какая музычка. Танец-шманец. Тут еще есть вот такой вот... Рюкзачочек. Кстати, это шарик с пасхально с юбилея. Да, был день рождения ПКХД, я тогда, правда, не снимала. Тут еще есть разные инструменты. Я попытаюсь вам как-то в следующих видео показать. А может, даже поза следующих видео. Как получится. Кстати, ребята, вы, наверное, спросите, почему у меня 0 кристаллов, как и в Play Together. Потому что, я... Есть вот такие вот движения всякие. Потому что я их потратила на вот такого движения за 15 кристаллов. Дальше вот это. У меня было тогда 15 кристаллов, я их потратила, то у меня будет стало 0. Махаем. Лайк. Лайкусик. Сердечко. Это вас, я вас люблю. Хлопок. Шманская штучка. Танцы. Шманцы. С музычкой. Знаете, я танцую, а он мне подпевает. Ой, подпевает, да. Мальчик. Если подпишись на мой канал, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и нажмите на кулак. На кулак, как я уже говорила. На кулак, на колокольчик нажмите. Так, ладно, сейчас я вам не могу прям все показать. Я сейчас вам только покажу, где спрятан сундучок. И давайте пойдем в школу. Кстати, ребят, если вы хотите узнать, что в зоомагазине, в этой штучке, дрючке, что в пиццерии и в парикмахерской, в роботе, то и в той башне что, то пишите в комментариях. Я могу
начать снимать. Смотрите, тут сразу нам дают форму. Ну, мы заходим в нашу раздевалку. В принципе, я не хочу форму одевать. Шкафчики. Кстати, ребят, это мой шкафчик, так что его никто не занимает. Вот, тут книжку взять можно. Надеюсь, я ее в портфель не поклала. А, нет, поклала. Удалить, конечно, зачем она мне тут нужна? Мне и так полно в голове этих знаний. Так, дальше тут у нас парты, парты, шманты. Дальше тут директор. Ой, как мне неудобно заходить в кабинет директора без стука. Хотя, в принципе, выходной, ну ладно. И так сойдет. О, тут какой-то робот нам продает свои яйца. Ему мама готовила мясо, сковородка. Нифига себе ты цену делаешь. 200, 200. Ты вообще обалдел, что так дорого? Фу, на такое даже смотреть не хочу. Мне не нужен, так, шприц. О, мел, фломастер и этот бумажный самолетик. Смотрите, ребят, в этой игре обновления мы можем купить костюмчик повара за 80 кристаллов, 250, за 80 кристаллов костюмчик один, за 250 будет вещи, а за 280 вы все покупаете вместе. Дальше есть еще костюм больницы, медика, 80 кристаллов одежда, с мебель 250 и все вместе 280. Дальше, ученого 80 кристаллов, одежда, мебель 250 и все вместе 280 кристаллов. Так что, кто хочет, покупайте. Еще есть вот такой вот костюмчик, пакет Максим. Это тоже стиль аркадной девушки-разработчик. 240 кристаллов, дом, аркадный дом для игроков 400 кристаллов. И можно купить еще броню плюс дом 550 кристаллов. Так что покупайте. Кстати, еще можно купить такой вот инструменты за 280 кристаллов. Огонь, дальше клуб, дом и вот такое вот все вместе 600 кристаллов. Нифига себе. Ладно, смотрите, тут мы можем взять еду, такие подъесть. Ну тут типа для готовить. Кто будет покупать костюм повара, у вас обязательно это все будет. Если вы, конечно, будете покупать все вместе, или костюм только, или только мебель. Дальше тут все для больницы. Типа, смотрите, ой, как прикольно. А если мы вот так... А, так не работает. Костюм медика. Это у нас, ребята, еще не открылось, но скоро будет костюм блогера. Так что готовьтесь, кто хочет костюм блогера, копите кристаллы. Возможно, он будет стоить за кристаллы или, может, даже за реальные деньги. Без понятия. Кстати, тут есть некоторые, что за реальные деньги стоят. Вот, некоторые. Почему некоторые? Тут почти все за реальные деньги. Ладно. Это костюм... Ну, это ученого. Ну, вы поняли, в общем. Ладно, ребята, да, давайте мы сейчас с вами пойдем заберем быстренько сундучок. Для этого, смотрите, в этой игре еще есть супер костюмы. У меня есть костюм медведя, но у кого нет супер костюма и никак не может достать сундучок, то я сейчас вам покажу, как без костюма. Кстати, вот это все мои скинчики. Вот это первый, дальше вот это второй, третий, потом четвертый. Супер костюм вы уже видели. И пятый. Ладно, ребята, давайте мы сейчас с вами достанем наш коктейль. Кто не знает, где его купить, его можно купить вот здесь, покупаете. И он у вас в руках, вы можете его положить в рюкзак и все. Там еще слова можно про него какие-то сказать, но у нас уже нет времени для этих слов. Так, мы с вами забираемся. И на школе у вас должен быть сундук. Сейчас я вам покажу. Вот. Мы сейчас залезаем. Вот тут у вас сундук. Если вы не верите, я просто его забрала. Смотрите, этот сундук. Вот, тут еще можно... Вот этот сундук. Тут еще можно делать селфи. Давайте мы сделаем с вами селфи. Вот
Тут можно выбрать стикеры, можно поделиться в ленте или просто сохранить. Я просто ее сохраню. Да-да-да. Ладно, ребята, мне кажется, я вам уже почти много всего показала. В следующем видео я обязательно сниму продолжение. Ну все, ребята, давайте мы на этом прекрасной ноте закончим. Вы были на канале Влада БС. Ставьте полно лайкусиков. Не забывайте досмотреть это видео до конца, подписаться на канал, написать коммент, что типа продолжи, сними еще ролик про эту игру и покажи, что там еще в каждом доме, то я обязательно про все это сниму и покажу, даже свой дом покажу и то, что было на пасхальном обновлении. Кстати, тут, ой, на пасхальном, юбилее было 22 года. Тут еще есть вот такой вот сундук за рекламу, вы его смотрите и вам дают одежду. Ладно, ребят, давайте мы на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем пока!